вышли из... Подожди, откуда мы вышли? Из аквапарка. То есть дайте я остановлюсь. Аквапарка, я скажу, что это очень хорошее место для семей с большим количеством детей или с маленькими детьми. Дети сами купались, мы смогли сами сходить и в сауну, и в термальные воды покупаться. Получили массу удовольствия, заплатили за все, за весь день, где-то чуть меньше, чем 400 шекелей. Это за вход, за сауны, за термальные источники, за еду. Мы много там ели пива. Много пива и много мороженого. Классно. Очень здорово. Вот 12-я стойка. Да, да. Вот расписание. Город, в который мы едем, называется Хайдусобосло. Да-да. Хайдусобосло, мы едем.
Здесь, в общем-то, неплохо, но они почему-то сделали горки с 10 лет. А всем, кто до 10, вот, вот такой вот небольшой замок. Да, я согласна. Даша ужасно недовольна, потому что, ну что это, горки только с 10 лет. И непонятно, что делать ребенку, который может не успеть. Ну и я не катаюсь в горок, я тоже